Небольшая, но опасная яма давно стала частью пейзажа во дворе 336-го дома по улице Литвинова. В конце февраля здесь произошел порыв трубы. Жители остались без отопления. Старшая по дому вспоминает, что причину ЧП устранили быстро. Работали две бригады, все нам сделали. Но закапывать не стали, потому что аварийная труба, трубу надо менять там. А сейчас вот дети все приехали с отпусков. Мы боимся, как бы дети туда не упали, не переломали ни позвоночник, ни руки, ни ноги. Чтобы начать работы, нужно было дождаться окончания отопительного сезона. Но летом картина не изменилась. Старшая по дому обратилась в управляющую компанию и другие инстанции с просьбой завершить ремонт. Энергетики, ответственные за этот участок, заверили, что сети перешли к ним на баланс только в июне. В июне передали в эксплуатацию ПТС, и, соответственно, сейчас мы отвечаем за ее состояние. То есть у нее появился хозяин, можно сказать, у этой сети без хозяина. Вот, соответственно, все необходимые работы на ней будут проведены, и благоустройство в том числе. Трубы во дворе дома на Литвинова обещают привести в порядок к середине сентября. К этому же моменту должна завершиться основная подготовка к отопительному сезону. Жители просят проявить терпение, обещают, что зимой без отопления никто не останется. Работы идут по графику. Олеся Корецкая, Константин Головин, «События».